Ничего себе, ребята, здесь! Они стрёмные. Вот это мы херней страдаем, ребята. Я вас научу, как тренироваться во всяких разных магазинах. Вот там. Вот там. Вот там. Все, ребят, веселье продолжается. Мы пришли после боя Мопса и Мартыненко на белые ночи. Нам теперь нужна где-то касса. Где-то находится касса, в которой мы получим свои билетики. Идем искать. Ничего себе, ребята, здесь. Ну, очень даже симпатично. Дали какие-то мне всякие же бумажки. Ну, здесь реально красиво. Серега, как здесь, красиво? Супер, просто супер. Серпантинчик. Оп, оп. Оп! У-ху! Ох, здесь и шумно, и весело! Витя, как тебе? Что, на шарик? Для всех бесплатно? Ох, катают бесплатно, можно покататься. Интересно, в общем-то, побежала. Теперь мы со Снежкой пойдем тоже покатаемся. Снеж, пошли подождем. Наш паровозик. О, Фикус поехал. По мажорному. А вот наша кабинка. Нет, это не наша кабинка. Передумали. Сейчас тут высадят. И мы поедем. Ну что, мы поднялись. Там какая-то дымовуха. Ну, такое. Отсюда, наверное, можно... Вот там, наверное, главная дискотека, ребята. Вот там, наверное, все идет веселье. Здесь ничего не видно. А вот там, вот, я смотрю, там так все мигает. Ну что, если прыгаем? Я думаю, что можно прыгать. Витя снимает. А фотка? Витя работает. Витя, надо выйти. Здесь много кто сможет накуриться. Электромобили, реклама, короче, Toyota гибрид и гелевые шарики. Вот это вибрация стекол. Музыка идет снаружи, и стекла просто вибрируют жестко.
работать. Ну что, в общем-то, мы немного прогулялись по Белой ночи, как называется это мероприятие, Белые ночи. Сережка, в общем-то, наслаждается жизнью, Снежка фоткается, фикус стоит, а я, в общем-то, собираюсь уже идти домой. Сегодня был очень насыщенный день, бои, веселье. Завтра буду для вас, ребята, снимать видео. Хотя завтра могут появиться какие-то новые планы, новые какие-то действия. Все буду смотреть по месту. У меня сейчас вообще идет ремонт в квартире. А ты показывал? Вот, нет, так что работаем. Вандалит, вандалит! Сережа, что он делает? Хочется драйва ему. Сейчас менты его заберут, ребята. Ай-яй-яй, смотри. Сорвал. Мы со Снежкой ехали с левого берега. Как мне бесится, ко мне навигатор подводит. Просто бывает затупит, куда-то не то поведет. И мы зашли, в общем-то, в одну из новых каких-то Евразий для нас лично. И решили взять суши и немного домой. А потом уже будем двигаться еще домой. И вот так вот у нас ночи проходят. Сейчас закажем немножко суши. Завтра тренировка, новое видео. Надо работать, работать, работать. Но мы просыпаемся, ребята, в обед. Просто в обед. Потому что мы ложимся спать в 4, в 5. Трындец. Принесли нам наш сырный суп. Потому что дома у нас, в общем-то, есть грибной. У Снежки вон мидия. Она сейчас, в общем-то, ее мне передаст. Если честно, я уже нажрался. Я бы уже лег бы домой, поспал бы. Так сладко. Я на самом деле так поздно ложусь. Я так поздно встаю. Я так хочу вернуться в свой, в общем-то, режим. Хотя бы ложиться в час ночи. Хотя бы в час ночи. Для меня это уже будет отлично. Так как сейчас только 3 ночи, и я даже не дома. А что я даже? Мы даже не дома. Со Снежкой. Очень жестко мы, ребят, потренировались 3-й день. Я просто забыл с собой камеру. Но мы сегодня так мышцы напрягали. Мы сегодня походили. Мы с Димой качались, с Ирой качались, со Снежкой и я. То есть такие 4 человека у нас сегодня было на тренировке. И до изнеможения. Но вроде все нормально себя чувствуем. Практически сделали Снежкин велосипед. Сейчас возьмем еще некоторые вещи. Купим что в Ашане, придем домой, еще немножко отдохнем. И снова в бой. Мы приехали в эпицентр. И, в общем-то, мне Саня помог еще снять дворники. Потому что мои старые дворники, которые там были, ну, они, скажем так, себя и жили. И желательно было бы уже их поменять. И сейчас посмотрим, есть ли в эпицентре. Я знаю, что там есть дворники, но есть именно ли такие, чтобы мы их потом смогли одеть. Сейчас пойдем смотреть. Я вас научу, как тренироваться во всяких разных магазинах. Берем велики, разводочку сделали. Хотя это разводочка, да, для разминки. Надо брать сразу мужские весы. Да, встали. Just do it. Just do it. Вот так вот, блядь, вот так вот. О, блядь. Это вообще, блядь, размялись. Теперь берем сразу. Just do it. О, блядь. О, блядь. Just do it. Сука. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот, это так нормально. Ну ладно, опять закачаться, блядь. И разводочку. Вот так вот. И вот так вот, ребята, ходите в магазин, и магазины принесут вам пользу. Отлично. Саня, в общем-то, будет сейчас мне ставить новые дворники. Мы купили какие-то уже нормальные. Что тема, и вообще убились просто очень же страшно. Мы подождите салфеточку. Протереть чуть-чуть нужно. Протереть, чтобы хорошо входило, да? Ровно, четко. Разве, чтобы не было, да? Так, и что теперь? Я так думаю, что... А он как-то крючок вставить, потом зажать там где-то? Не, чуть, подожди, приподнять. А оно поднимается? То сейчас, Сашко, мы с тобой поднимем. Да, сейчас как поднимем. И больше не опустим.